Я даже не знаю, что сказать. Меня зовут Слава. У меня поло 21 года, объем 1.4 турбовый. Сейчас на первом стейдже от ББ в районе 170-175 сил. Хочу сделать выхлоп с раздвоением, с хорошим звуком, с заслонкой для дальнейших доработок. Сначала планирую второй стейдж, потом возможен переход на гибридную турбину. Либо на базе родной, либо уже от более мощных моделей 1.4 ваговских. Выхлоп хочу сделать, чтобы просто наслаждаться машиной. Я давно мечтал и убрать вот эти вот, не могу их назвать нормальным без мата словом, фальш-насадки, фальш-выхлоп. Мне очень нравится и хочу сделать красивую машину. Мне будут резать бампер и за это еще и деньги берут. Что за бизнес, сука? Я много читал на Drive2.ru, просто в интернете смотрел, кто делает раздвоение, с какими вообще машинами работают, какие отзывы у людей. Конечно же, шорты в Ютубе очень много посмотрел. Приехал сюда вживую, послушал Тигуан 2-литровый, мне очень понравилось, и было решено делать здесь. Ожидаю просто хороший звук, который мне понравится. Я не знаю, чего ожидать, я никогда не слышал, как звучат 1.4 моторы. С заслонками, с раздвоением на даунпайпах, вообще без понятия. Просто ожидаю, что мне понравится и мне это будет доставлять удовольствие. Я не знал, что так будет громко. Мне очень нравится. Это стоило того. Ну, это стоило того, определенно. Еще второй стейдж и попкорн и все.